На территории усадьбы Тимохова-Саласкина продолжаются восстановительные работы. За последние годы памятник архитектуры оказался в заброшенном состоянии, и для его сохранения необходима реставрация. Помощь пришла со стороны компании «Доверна», и в скором времени в городе появится еще одно место для прогулок, рассказывает Юлия Погосьян. Усадьба Тимохова, а именно так она называлась первоначально, была построена в начале 19 века княгиней Марией Бахметьевой на территории деревни Тимохова. На протяжении столетия хозяева менялись, и к концу века ее жильцами стали купец Владимир Саласкин с женой. По фамилии последних владельцев усадьба получила привычное нам название. С приходом советской власти имение было национализировано. Что только этот памятник архитектуры не пережил. Открывали клуб, пионерский лагерь, автошколу. И, наконец, в 2002 году усадьба Тимохова была взята под охрану государства и стала объектом культурного наследия. Но ее реставрацией не занимались, пока застройщик фирма «Доверна» не высказала инициативу подарить городу восстановление этого прекрасного места. Некоторые здания здесь в очень плохом состоянии. Вы, наверное, видели, вот и ледник, и хозяйственные постройки. Да? Вот. А что-то в неплохом состоянии. Вот. Особенно усадьба, наверное, пострадала во время вот этих 90-х годов и в советское время. Должна быть реставрация. Реставрация, потому что здесь сохранилась, в общем-то, здесь очень много подлинных и конструкций, и деталей. Уже собрана исходно-разрешительная документация, сделано первичное обследование всей усадьбы и проведены архитектурно-археологические обмеры. В настоящий момент проходят натурные исследования построек, а именно изучение шурфов. Это подкопы фундамента, с помощью них определяется техническое состояние зданий. К весне 2014 года проектирование будет завершено и начнутся первые производственные работы, которые продлятся еще год. После реставрации эффект будет, несомненно, положительный, потому что горожане получат возможность посещать эту усадьбу. В настоящее время они этой возможности не имеют. Они будут иметь возможность любоваться отреставрированным историческим парком, вот, зданиями, которым будет возвращен исторический облик. Благодаря реконструкции Ленинский район пополнит список своих достопримечательностей, а люди получат возможность любоваться архитектурой прошлых столетий. Несомненно, усадьба Тимохова станет любимым местом отдыха горожан. Установление каждой из усадеб – это большой шаг вперед, это определенная веха и определенное достижение в восстановлении нашего культурного наследия. В частности, в городе Видном, которое не так богато памятниками культурного наследия, я думаю, это будет очень большое событие, которое обрадует не только тех, чье жилье непосредственно примыкает к территории усадьбы, но и всех тех, кто любит погулять и посмотреть на что-то красивое. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.